Приветики. Только что заехал. Ну, вещи сбросил. Сейчас поедем помогать дальше Арту и вообще все. А, сегодня такой еще занятный день. Это Джо, чтобы вы знали. Это жилая вот комната, зал, кухня. Хороший полный холодильник, большой. Извиняюсь, что так просто снимать-то. Размер больше, все видно. Места тут много, кстати, на самом деле. Вот очень хорошо. Места много. Микроволновка, духовка, ну, то есть там, стиральные машинки, так сказать. Ничего этого нету, но, в конце концов. И вот так вроде не мучился, все нормально. Это дверь основная. Здесь еще шкаф. Здесь комната не моя. Вот моя комната. Сейчас я уже закрыл, короче говоря. Ну, комната как комната, потом покажу. Да, привет. Это ванна. В смысле, душ. С туалетом, с раковиной, с умывальником. На той стороне такое вот зеркальное отражение того, что здесь. Сейчас, ладно, показать, что ли. Сейчас открою быстренько. Что-то не знаю, на Твиттер это все поместится. Сколько места. Черт, эти ключи, они два на одну рожу. Я их пока не различаю. Они немножко различаются, но я не вижу между ними особой. Еще не понял, какая между ними разница. Вот, значит, без ничего. Вот комната. Что, места не меньше, чем в Радгерсе. Мне кажется, пример так же. Получше. Смотрите, кстати, это, наверное, просто отопление здесь. Кондиционирования нету тоже. Это висит. Так, хорошо, ничего. Тумбочка, не знаю, больше места нет. Это хорошо открытая. А, такие дела вот мои вещи. В общем-то, все мои вещи здесь. Чемодан, коробка, ты. И эти всякие дела. Ну, такие вот дела. Шкаф хороший, побольше, вместительнее, чем там. Ну и так получше все. Такие дела.